Всем привет, ребята, с вами Рома Кандемир, и это мой новый видос. В последнее время мне очень часто снятся странные и страшные сны. Я где-то там падаю, на меня кто-то смотрит откуда-то, или меня вообще полиция ловит, или я в аварию попадаю вообще. Или наркотики какие-то употребляю, не могу понять вообще, что это такое. И хотел бы с вами поделиться этими снами, хотел бы вам рассказать о них, что вообще происходит в них, чем я занимаюсь, может быть, вам будет это интересно. Если вам будет это интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте обязательно. В комментариях можно вообще о любой теме мне писать, я буду стараться вам всем отвечать. И давайте мне советы, понравился ли вам этот видос или нет, стоит ли продолжать или стоит снимать видосы на какую-то другую тему. Обязательно комментируйте, короче, ребята. Хотел бы вам рассказать, сон связан с моим котом. Да, вот это мой кот. И представьте, ребята, сижу, короче, я за компом, приходит, короче, мой кот, приходит, ребята, представьте себе, он приходит, как человек, короче, и дает мне вот такую примерно где-то стопочку фотографий. Я беру эти фотографии и начинаю рассматривать их всех. Беру первую фотографию, на первой фотографии я. На второй фотографии моя сестра, на третьей моя мама, на четвертой папа, на пятой сам мой кот, потом на шестой идет какой-то мужчина в черном смокинге, в черном смокинге, с черным лицом, не разглядеть его лицо. А потом на седьмой фотографии, на последней фотографии, там женщина в красном платье, такой светло-красный, как кровь. Я смотрю на эту женщину и тоже не могу понять, кто это. А потом беру следующую фотографию. А там мужчина в смокинге, в черном, и женщина в платье этом. Они смотрят вот так, держатся за руки и смотрят друг на друга, вот так в глаза смотрят. Я присматриваюсь в лица, потому что я не могу разглядеть лица. Присматриваюсь хорошенечко в лица, вот так. Близко. И смотрю на женщину. И эта женщина так резко на меня поворачивается и смотрит на меня. И я так сильно испугался от того, от такого испуга я проснулся быстро и был весь мокрый, потный. И так сильно боялся, что уже потом не смог заснуть. Я так сильно испугался, ребята, вы не можете себе представить. И потом подумал, мы недавно разговаривали на тему того, чтобы кастрировать кота, потому что, чтобы он не орал, не просился. У кого кот, тот должен понять. И, наверное, из-за того, что кот не хочет, чтобы его кастрировали, он такими знаками, короче, подает, не кастрируйте, короче, меня, такая тема. А пару днями назад приснился моему папе, приснился тоже сон на тему кота, и тоже очень страшный сон. Мне не говорил подробности, но он тоже сказал, что он страшный какой-то сон, и тоже насчет кота. И теперь, короче, мы думаем, кастрировать ли кота или не кастрировать, короче, такая тема. Да, ребята, вот такой вот страшный сон. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И чем больше лайков вы ставите, тем у меня больше мотивация для снятия новых видосов. Настроение поднимается, когда вы ставите лайки. Эти лайки мне вообще, если честно, они не важны, я с них денег не делаю.
и до новых встреч, ребята. Пока-пока. Ждите второго сна.